Приветствую, друзья! Я Бахонин Александр, руководитель строительной компании «Ника». Сегодня нахожусь на кирпичном заводе по производству забутовочного кирпича. Покажем, откуда, каким образом получается он. Покажем ему место рождения. Начинается его жизнь вот с такого вот глиняного вала. Здесь вот таким вот погрузчиком доставляется, скажем так, в кормушку. Эта глина разрыхляется. И уже по конвейеру, сейчас покажу, весь технологический процесс поступает к прессу, к экструдеру, где это все глина замешивается, добавляется необходимая вода. Здесь вот в этом бункере подача глины глинамес машинист добавляет, подает необходимое количество воды. Дальше сырец продолжает свое путешествие на этом транспортере и попадает вот на такой склад естественной сушки. Здесь в течение недели-двух, в зависимости от наружной температуры, он выдерживается в таком виде. И уже получив необходимую влажность, погружается вот на верхнюю полку. Видите, да, тут два типа у нас двигаются. Внизу сырец, он более темней. Вверху готовый кирпич к обжигу. Таким образом он и попадает в печь уже. Этот конвейер цикличный. Он начинает свое начало у экструдера и к нему же возвращается. То есть вот этот большой конвейер, он двигается по всему заводу. Масштабы его действительно большие. Складировать, сами понимаете, и высушивать такое количество кирпича необходимо территорию, поэтому я не знаю, сколько километров, но очень длинная транспортерная лента. Сейчас идем к печи, посмотрим обжиг. Обжиг, кстати, здесь производится на угле. Проверенная временем технология, позволяющая получить хороший качественный кирпич. Так, ну вот наш сырец добрался до печи. Вот по такому транспортеру он туда поступает. Сейчас зайду в печь. Там тепло, уютно. Но в данный момент здесь терпимо находиться, а так, конечно, температура здесь около 800 градусов. Снизу такие вот вытяжки. И на полу видите, да, уголь, остатки угля. И вот через эти вот каналы сверху идет тоже уголь, засыпается, подается. И вот таким образом сюда он поступает уголь и происходит горение. Кстати, вот здесь вот складирование угля, кирпича. Таким образом тут у нас и происходит обжигание его. И в дальнейшем есть специальный человек, специалист, который все это дело
запечатывает. Сейчас выйду наружу, покажу. Тут как раз новозапечатанная дверь. Через 3-4 дня она будет открываться. Вот как раз сегодня новые загруженные печи. Еще свежая глина с песком. Как я говорил, внизу, видите, двигается сырец, а сверху кирпич готовый для загрузки в печи. Это как раз вытяжка, которая тянет все из подвала, создает тягу в печи, и она как раз здесь и находится. Сейчас пройдем дальше по кругу. Тут, кстати, печь тоже круговая, как и конвейер. Жарко очень вообще. Здесь уже готовый обожженный кирпич, готовый выгрузки. Дальше боюсь даже идти, нахожусь в тапочках, можно обжечься. Песок очень горячий, уголь, он просыпается, и из-за этого происходит обжиг его. Все, дальше уже не пойду, очень тепло тут. Идем наружу. И здесь вот уже зона готового кирпича. Поэтому транспортиру. Кстати, вот сейчас будет открываться дверь. Происходит уже погрузка на палеты. И уже отправляется к вам на дом. Это все большие склады сушки кирпича. Очень большая площадь. И один большой единый транспортер, который все это связывает.